Я думаю, что ископаемые сформировались из-за потопа. Можно говорить целый день о примерах ископаемых. В бельгийской углевой шахте были найдены тысячи скелетов игуанодона. Сотни следов динозавров найдены по всему миру. Хорошо сохраненные следы. В некоторых местах найдены тысячи таких следов вместе. В формации кору в Африке найдено 80 тысяч миллионов ископаемых позвоночных животных. 800 миллиардов. На острове Аксел в Канаде найдены окаменевшие пни красного дерева. Но если вы посмотрите на данные, то на этом острове не растет ни одного дерева, особенно красного. Им нужен специальный климат. Они растут всего лишь в нескольких местах в мире. Ну вот они найдены в Канаде, возле Северного полюса. Поэтому по теории Хованда окаменение происходит очень быстро. Животные должны быть захоронены, и они могут окаменеть за менее чем 100 лет. Вот окаменелое водное колесо. Вода бежала по колесу, когда оно превратилось в камень. Вот окаменелая рыба при рождении. Окаменела при рождении. Не нужно миллионов лет, чтобы родиться, слава богу. Да? Вот окаменелый сапог ковбоя с ногой внутри. Было установлено, что сапог был изготовлен в 50-х годах. Нога ковбоя в сапоге. Наверное, ему отстрелили ногу или что-то произошло, и она окаменела. Вот окаменелая шляпа, найденная в Новой Зеландии. Не позволяйте им говорить, что для окаменения нужны миллионы лет. Из Аризоны мне прислали окаменелый мелок. Кто-то его нашел. Он окаменелый. В Теннесси в 1881 году умер человек, его похоронили. 14 лет спустя умерла его жена. Решив похоронить ее возле мужа, они выкопали яму, но туда просочилась вода. Это повторилось два раза, и ее похоронили в другом месте. Внуки забеспокоились за дедушку и за воды, и решили его перезахоронить. Как оказалось, его тело полностью превратилось в камень. Он окаменел за 14 лет, находясь в проточной воде. Окаменелый человек. Тело превратилось в камень, вероятно, в результате постоянного течения воды и, возможно, минералов за такой период времени. Окаменение не занимает миллионы лет, происходит быстро в благоприятных условиях.